С 1 апреля водителям больше не надо получать сертификат техосмотра. Новшество только для рядовых автовладельцев. На смену пришел официальный допуск. Разрешение колесить по дорогам Синеокой получат только исправные машины. Ласточку надо отвезти на диагностику. Мастера в первую очередь проверят тормоза, норму выхлопа, яркость фар. Вторая процедура административная, то есть выдача допуска к участию в дорожном движении после предъявления всех необходимых документов владельцам. То есть это госпошлина за выдачу разрешения, так называемый дорожный сбор, страховка, водительское удостоверение, оплата за выдачу разрешения. Клеить на лобовое стекло такой квиток тоже больше не надо. Достаточно держать его в бардачке. Алексей за баранкой уже больше 15 лет. Новые правила, признается, пришлись по душе. Нужный процесс для безопасности. У меня машина всегда в исправном состоянии, я смотрю за исправностью автомобиля постоянно. Инспекторы ГАИ признаются, в Беларуси хватает автовладельцев, которые день за днем проверяют судьбу на прочность. Первый раз с нарушителями разговаривают, дальше штраф до 135 рублей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.